А теперь к спортивным новостям. Броски, удержания, болевые и удушающие приемы в исполнении лучших дзюдоистов страны. В СКК стартовал мастерский турнир на призы героев Курской битвы. Победители соревнований получат право участвовать в чемпионате России. История турнира началась более 40 лет назад. В разные годы на татами сражались многие звезды российского и мирового дзюдо. Александр Шуров, Николай Солодухин, Юрий Меркулов и другие выдающиеся борцы. Сегодня за награды спорит новое поколение, готовое показать на деле, что такое Курская школа дзюдо. Это турнир отбор на чемпионат России напрямую. То есть такого в Центральном округе нет нигде. Поэтому в этом году сюда съехались очень серьезные спортсмены в каждой категории. Очень много мастеров, даже есть мастера спорта международного класса. Ни одной схватки нету легкой, чтобы так вышел да бросил, нету. Все ребята очень серьезно подготовлены. Поэтому нашим борцам придется выложиться на все 100, чтобы одержать победу. Всего в соревнованиях принимают участие более 100 дзюдоистов из 20 регионов страны. А кто из курян поедет на чемпионат России, станет известно 8 мая.